Датчане, дорогие гости, ветераны, в эти светлые пасхальные дни я хочу поприветствовать вас жизнеутверждающими словами: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Именно в пасхальные дни совершилась великая победа. И в этом году мы празднуем в пасхальные дни День освобождения нашего города. Это радость сугубая, и это радость, дарованная нам от Бога, за то, что мы искренне желали этой победы, и за то, что мы сплотились воедино, в единое целое, в единый народ, невзирая ни на какие национальные или религиозные разногласия. Это единство дало нам силу победить. Дай Бог, чтобы эта победа оставалась всегда с нами, чтобы мы научились побеждать зло и в самом себе, и вокруг себя. Поздравляю вас с этим великим праздником. И от лица духовенства и монашества мы возносим свои молитвы, молитвы о мире и благополучии нашего народа. И паки Христос воскресе! Воистину воскресе, батюшка!